Стенка желчного толстая. Но при этом, ну, я видела камень у 30-летней обезьяны. У нее просто сладж внутри. Это вообще кусок желудка приходящий. Хорошо видно, большая обезьяна. Ну да, не Саймир. В воробьях там у меня в основном кошачьи лемуры, саймири, две игрунки. Мелкие, короче, все. Ну, кроме лемуров, которые такие. А еще как раз там какие-то марины тоже мелкие.